Друзья, напоминаю вам, вы находитесь на канале Елена Ермакова. Мы сегодня 29 ноября 2020 год, и мы выехали посмотреть, есть ли после заморозков какие-то грибы. Я вам рассказывала в основном сыроежки, называется рядовка, говорушки еще, сывульки. Мы не надеялись, что мы найдем хороший гриб. Но все-таки я думаю, что это, наверное, последний в этом грибном сезоне белый гриб. Ножка. Красавец. No comments. Готовимся к Новому году. А белый гриб еще есть. Друзья, подписывайтесь на мой канал. Будем дружить. Хорошего вам дня!